точки зрения бытности ничего не могу сказать насчет Новгородской области, потому что не связан с ней был. Для меня Великий Новгород, как исконно русский город, и туристически я его никогда не посещал, и, честно могу сказать, даже не думал, что здесь появлюсь когда-нибудь. Вот. А так, ментальность людей своеобразная. Они по-другому воспринимают вообще все, что происходит. Да, потому что если даже посмотреть по удаленности, вроде от Питера там 270 километров, от Москвы там 500, но люди совершенно другие. Они не приспособлены к тем темпам, которые есть в Центральной России, где уже люди совершенно по-другому работают. И вот это большая проблематика, что надо переучивать людей и их все-таки на путь истинный ставить, чтобы понимали, что уже того стагнации нету. Надо двигаться вперед, надо двигаться, обучаться, обучаться и обучаться. Это тяжело, честно могу сказать. За 3 года это многое прошли, многое обучение сделали людям. Вот только-только люди начали понимать и верить, что это возможно. И что если ты обучаешься, да, тебе это компенсируется, это все дается. Вот. Вот с этой точки зрения для меня Новгородская область.